Женщина, тихо. Вот, начали орать. Вот тут вот. Поставили пушки, скорее всего. Сейчас будет обратка. Вот стоят две школы. Уберите пушки. Уберите поле пушки. Или в парке. Зачем? Успокойся. Лицей. У нас папа начальник лицея военного. Вот все, хорошо, хорошо. Причину. Здесь пушки стоят. Мы вышли. Кто вам такое сказал? Нет, здесь стоят пушки. Здесь стоят. Вы... Я заведующая детского сада. По нему уж лейтенант, летчик. И что? И что? И вы сейчас его... И вы хотите слить наши позиции? Стоят. Что вы хотите? Кто на вас летит? Так будет обратка.